Сегодня 6 ноября. Ровно 90 лет назад, 6 ноября 1932 года, в Самаре открыли памятник Василию Чапаеву. Образы для монумента были взяты с конкретных участников гражданской войны. На тот момент памятник по своим размерам был одним из самых крупных в Советском Союзе. Долгие годы эта скульптурная композиция является одним из символов областного центра. 6 ноября 1941 года в город Куйбышев, так тогда называлась Самара, прибыл первый поезд с артистами эвакуированного из Москвы Государственного академического большого театра. В их числе были всемирно известные певцы Иван Козловский, Валерий Барсов, а также композитор Дмитрий Шостакович и другие заслуженные мастера искусств. Сегодня Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Православные христиане сегодня отмечают праздник чудотворной иконы Божьей Матери, которая называется «Всех скорбящих радость». На Руси было принято просить у этой иконы об избавлении от скорби и болезней. Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся в 6 день ноября. Прекрасного вам настроения и успехов во всех начинаниях!